Всем привет, дорогие друзья, с вами снова JackShepherd.ua. Ты потрать несколько секунд, подпишись и поставь лайк. А сегодня мы будем делать моддинг моего компьютера. Будем модернизировать систему охлаждения. Сегодня я себе купил кулер X-Fan, ну, Deep Cool, как бы, на 80 миллиметров, точнее, Red, как бы сказать, да. Он идет как бы с красной подсветкой. Ну, тут есть... Вроде бы, да, трехпиновый, и, ну, типа, куда можно подключить кулер. И четырехпиновый, это у нас Molex, как бы. И купил себе сегодня вот так фокус, вот такую термопасту. Хорошую, говорили в магазине, что она хорошая, она как бы идет с металлической стружкой. Такс. Вот, мой как бы старый кулер стоит, тоже его будем его как бы сегодня снимать. С компьютера и ставить вот этот прозрачный, депкуловский. Ну и надеюсь, оно будет красиво внутри смотреться. Так, ну вот мой компьютер как бы. Сейчас будем делать моддинг. Вот. Так, кулер мы демонтировали уже. Тут у нас как бы осталось немножко пыли. Так, давайте тогда притерем ее кисточкой аккуратно. Так, ну и тут немножко пыли. Ну, в принципе, чисто. Так, сейчас мы будем ставить вот этот кулер депкуловский. И посмотрим, как оно будет красиво или нет смотреться. Сейчас нужно отцепить мой старый кулер. И от тубуса. Ну, я его так бы тубусом называю. Оно как бы... Прямо охлаждение идет на процессор. На процессор, да. Так. Вот такой фирмы у меня был старый кулер. Что у нас? Hitachi. Да. Так, что у нас сейчас посмотрим, что у нас здесь по классификации. Вот. На паузу тогда поставите и посмотрите. Так. Вот, в принципе, вот. Здесь классификация, подшипник, тип подшипника, сколько сантиметров он, обороты, вольтаж, сколько он весит и размера, как бы. Так-с. Вот, даже так посмотрю, вот, чтобы было ровно видно. Тут есть и китайский, какие хотите на выбор, любые языки. Так-с. Вот если будете заказывать, то вот такая назва у него. Я могу еще скинуть сайт на него. Так, ну тут пишет, что у него супер тихий, много, короче, ветра берет и красная как бы подсветка. Это так. Ну и такая переливающаяся наклейка. Надеюсь, она здесь будет... хорошо, то есть ровно как бы прикреплена, не будет ее туда-сюда. Так, ну в принципе одинаковый кулер, потому что у меня сейчас еще здесь как бы настроено под процессор, что прямо при таке, думаю, влезет. Ну в принципе приступаем. Так, ну вот сам наш кулер. Так, ну вот такой вот, видите. Вот здесь, что мне не нравится, что здесь наклейка есть, но она как бы непрозрачная, но она белая. Вот кому не нравится, ее можно как бы маркером зарисовать. Но у меня ее не будет видно, поскольку вот этой стороной он у меня будет вот сюда, то есть в ту сторону, вот внутрь корпуса. А у меня будет только видно вот эта красивая наклейка. Ну вот я как раз говорил, трехпиновый вход. И четырехпиновый это у нас Molex. Прямо от блока питания берет энергию. Ну и тут в комплекте и шли 4 болта. Ну, вот такой, в принципе, кулерок. Будем его ставить и включать компьютер, смотреть, как оно будет выглядеть с новым кулером. Также, если я думаю, вот впереди тоже поставить новый кулер, так как мой старый сгорел. На 120 миллиметров. Ну, как бы так. Так. Ну, в принципе, сейчас будем монтировать кулер на боковую крышку.
и запишем тест. Кстати, еще хотел несколько слов сказать. Хорошо, если было бы, этот тубус прозрачный, было бы еще красивее. Может, мази нет? Нужно поискать. Так, освещение будет, думаю, хорошо освещаться внутри корпуса. Так, пауза. Еще напомню, вот здесь, как видите, вот здесь некрасивый такой провод, то есть красный, черный и желтый. Его будет очень заметно, но этот прозрачный, его не будет так заметно сильно в корпусе. Вот что мне тоже нравится. Так, фокус. О, вот плетка какая внутри. Ну что ж, мы на паузу. Так, вот мы открепили наш кулер старый. Он немножко с пылью. Будем ставить теперь этот. Вот такой. Нет, правильно он так должен крепиться. И сюда тубус. Все. О, как раз тубус по размеру к дыркам подходит. Ну и, в принципе, все. Вот такая красота будет. Сейчас еще покажу, как оно будет здесь вылезать. О, все. Как-то так. Вот сюда будет в корпус проходить вот здесь свет. Ну да, вот здесь есть 4 красных диода. Как вам показать удобно? Ну вот контакты. Так, фокус. Вот фокус идет. Так, как-то так. Пауза. Так, мы прикрепили наш кулер к тубусу. Теперь его остановились только... Осталось поставить его только вот так. Все, и он будет готов. Подключить... компьютеру через Molex. Этот CD-ROM отключу. CD-ROM отключу и подключу через Molex, потому что через Molex он будет быстрее крутиться, потому что здесь вот если вот к этому разъему, к этому 3 мм 3 пина разъему подключить вентилятор, то он будет на 7 вольт работать. А если через Molex подключить, то он будет на все 12 вольт работать. Также будет больше оборотов. Так, фокус. В принципе, будет готовый моддинг. Потом, наверное, через некоторое время поменяет на термопасту. У меня стоит термопаста сейчас КПТ-8. Самая бюджетная. Это уже будет хорошая паста. Термопаста, Потому что здесь есть мелкая пыль металла. Рекомендую. Вот фирма. Так. Оп. Фокус. Фокус есть. Еще здесь фокус есть. Все. Так, с этим кулером я не знаю, что буду делать. На полочку положу. Будет у меня просто лежать. Так, кстати, фильтр очень хороший, так что тоже делайте. У меня есть видео, как я делаю их. Их просто даже не нужно снимать крышку, просто с другой стороны кисточкой пройтись и все. Потому что сюда пыль не попадает, защищает. Также есть тоже впереди, не будет видно, я так думаю. Да, не будет видно кулер. В принципе, все. Так, взял я отвертку помощнее, потому что с этой будет долго крутиться, оно уже тоже пошло дело. Кстати, еще раз напомню, что в этих кулерах резьбы нет. То есть у них идут болты самонарезы. Сейчас фокусировка. Вот такие вот болты. Они сами нарезают. Там просто чистая гладкая поверхность внутри. Так, я взял такую вот отвертку побольше. Надеюсь, с ней будет лучше закрутить. Так, мы уходим на паузу. Прикольно будет. Так, подожди. Фокус. Хочу показать наклейку. Почему-то фокус не работает. Фокус пошел. Вот такая наклейка будет.
Видно, но она как бы блестит. Ну и тут, кроме того, будет еще разными, ну, то есть красным цветом гореть. Вот, как-то так. Ну что ж, пауза. Так, ну вот видите, как мы уже бы прикрепили сам кулер. Так, с крышки. Так. Вот, в принципе, так выглядит оно. Ну, сначала было первый раз тяжело, вот, видите, винты закрутить. Но, как я раньше говорил в видео, что там нет резьбы в самом кулере, нужно, как бы, первый раз это будет очень тяжело сделать, нарезать, потому что здесь очень, ну, не очень, как бы, мощный пластик, можно и сломать, когда будет очень сильно давить. Но я все равно сильно давил. Потому что по-другому как бы никак не закрутить. Но потом второй, третий раз уже будет откручивать и вкручивать легче. Потому что уже как бы резьба есть. Уже не нужно будет как бы мучиться. Так, ну сейчас осталось только подключить. Включить компьютер. Показать, как оно светит. Ну и в принципе будем уже заканчивать. Да, не забывайте подписываться, ставить лайк и комментировать. Да, это я, Джек Шепард Юэй. Пауза. А, хотел еще раз напомнить, что я буду подключать к Molex. Не к этому, потому что мне нужно помощнее, как бы 1800 оборотов было на кулере в минуту. То я буду CD-ROM все равно мне не нужно. Ну, как бы он мне все равно стоит. Ну, как бы как заглушка, но оно как бы будет лишнее только. Лишнее как бы есть. И тоже мне еще стоит на этих карточки. Не первой карточки, а я же забыл, как оно. Флоппи привод еще стоит тоже, как бы. Но корпус у меня как бы старый, но как бы сказать сейчас. Раньше корпуса хорошо делали. То есть. Видите, вот здесь есть такие ребра жесткости. А видите, вот этот металл у них добротный. А сейчас роблять этот металл очень тонкий, и он гнется. Потому я думаю, себе не буду покупать новый корпус, потому что этот хороший. Сюда любая видеокарта влезет. Ну, если буду ставить побольше видеокарту, то вот этот... Жесткий диск я, наверное, или вниз, или вверх перемещу. Сюда, ну, сюда вмещается видеокарта на 39 сантиметров. Так что сюда свободно любая видеокарта войдет. Так, CD-ROM я подключу как Molex. Еще раз напомню, что CD-ROM и флоппи диск стоит у меня. Флоппи привод стоит как простая заглушка, потому что я еще как бы не искал заглушки вот на переднюю панель. Надеюсь, будет видно, потому что у меня боком стоит компьютер, неудобно фокус, неудобно так, ну, как бы неудобно, ну да, в принципе, проехали. Так, сейчас эту всю вундервафлю соберем, сделаем тест, и выложу на YouTube, и все, посмотрите, как оно будет красиво выглядеть. Вот, как вы видите, мы уже подключили, осталось только закрыть крышку и включить компьютер. Ну, вот так он выглядит примерно через мой фильтр. Видите, фильтр этот хорош, собирает пыль, не пропускает пыль внутрь компьютера. Тоже здесь поставил антипылевой фильтр. Видео тоже есть. Так, ну как-то так. Так, вот первый запуск с этим кулером. О! Смотри, красиво. Жирный лайк. Смотри, он и тихо и работает лучше, чем мой старый. Все супер.
Так, ну извиняюсь, там у меня много очень кабелей. Все-таки ШПК. Ну, теперь полностью весь корпус внутри как бы освещивает. Красиво. Ну что ж, на этой прекрасной ноте будем мы заканчивать. С вами был JackShop.RTUA. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну, до новых встреч, да. Пока-пока.